Если мы не понимаем, что сознание, оно только прислуживает всей этой конструкции, мы никогда не поймем, что нам придется что-то с собой делать хитрыми способами. Ну, хитрыми, какими-то специальными. Ну, то есть мы должны придумывать, как ограничивать информационное потребление. Если вы не придумаете способа, ваш мозг приведет вас туда, куда приведет, и дальше вы будете долго и мучительно думать это, о бесцельно прожитых годах. Ну, и в этот момент вы сразу возьмете телефон или еду, чтобы тоже не думать про это, правильно? Тут вылезла ненужная доминанта так, и стала травмировать. Да. И когда вы действительно понимаете, что очень мало в этой жизни зависит от нас самих, вы начинаете думать, каким инструментарием вы можете изменить ситуацию.